знаете, Марин Ле Пен, я думаю, с высокой вероятностью может прийти к власти, хотя на будущих президентских выборах все-таки у Саркози шансов больше. Но политические силы типа Марин Ле Пен придут к власти очень во многих европейских странах. В Польше они уже у власти. В Австрии они очень близки к тому, чтобы завоевать власть. Но Марин Ле Пен давно уже не ультраправая, не радикальная. Просто бывшие правые стали центроправыми, правоцентристами. А Марин Ле Пен из ультраправых в результате сместилась в правую нишу. Да, к власти придут в ряде стран правой партии, но в этом нет ничего страшного, никакого отношения к Гитлеру, ни к фашизму они не имеют. Сегодняшние правящие в Европе олигархия и бюрократия исключительно эффективна в осуществлении власти. И никаким Гитлером или Лениным или Троцким никто к власти в европейских странах прийти не даст. Ну, только какой-нибудь Ципрос время от времени такой немножко чуть-чуть разбавит. Но и то хорошо видно, что Ципрос согласился на все сверхжесткие требования со стороны Брюсселя. Европа будет продолжать движение тем путем, который есть. Ну, может быть, немок насиловать будут немного побольше.